С 14 августа на телевидении и в печатных средствах массовой информации начнется период предвыборной агитации для кандидатов в депутаты ЗСК и на должность глав сельских поселений. Девятого августа в студии нашей телерадиокомпании прошло распределение бесплатного и платного эфирного времени на канале ТНТ-СТР, которое будет предоставляться избирательным объединениям и зарегистрированным кандидатам на предстоящих выборах. Жеребьевка проходила в присутствии председателя территориальной избирательной комиссии Анатолия Чумакова. Эфирное время распределили согласно закону в равных пропорциях. Полную информацию об итогах жеребьевки можно узнать в редакции нашей телерадиокомпании. Размещать свои материалы в эфире кандидаты смогут уже с 14 августа. Предвыборная агитация в СМИ продлится до 8 сентября включительно.